Освоить новые рынки сбыта планирует в скором времени региональное правительство. Для этого было заключено соглашение о сотрудничестве с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей. Конгресс объединяет национальные союзы промышленников из 28 стран. Это более 1500 предприятий различной направленности. Сотрудничество с данной организацией позволит ульяновцам встроиться в международные производственные цепочки и наладить экспорт. Конгресс вот на сегодняшний день – это, на мой взгляд, опять же, уникальная и аналитическая организация, уникальная организация, которая поможет нам установить с органами государственной власти разных стран. Расширить географию поставок ульяновских товаров и привлечь как можно больше отечественных производителей к освоению внешних рынков сбыта – главные цели подписанного соглашения. Среди уже предложенных средств продвижения – международная платформа dakaitoova.com. Через нее на китайский рынок уже вышло ульяновское производство кондитерских изделий «Симбирское ателье». Нам очень интересно взаимодействие с точки зрения презентации потенциала экономики региона, с точки зрения привлечения партнеров, бизнес-партнеров, которые входят в международный конгресс с их проектами на территорию региона. Мы готовы предложить достаточно интересные конкурентные условия, и именно поэтому нам крайне интересно взаимодействие с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей. Еще ряд крупных предприятий региона уже готовы к многостороннему сотрудничеству. Среди них производство минеральной воды, станков, контрольно-измерительного оборудования и систем мониторинга. После подписания документа специалисты конгресса займутся изучением перечня коммерческих проектов региона и их дальнейшей реализации. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.